Эти знаки зодиака сорвут денежный куш в феврале. Они вытянут счастливый билет и озолотятся. Астрологический прогноз на февраль для некоторых знаков зодиака представлен в виде сплошной белой полосы. Им не придется прикладывать усилий для достижения целей, а деньги сами будут плыть к ним в руки. Эксперты рассказали, кому повезет в феврале 2024 года. Так давайте узнаем этих везунчиков. Только для начала советую вам поставить лайк и подписаться еще на мой канал. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак рыбы. Отбросьте все сомнения по поводу правильности своего выбора, прислушайтесь к своей интуиции. Она приведет вас к обогащению уже в ближайшие недели. Присмотритесь к своему окружению, возможно, ответы на свои вопросы вы получите от нового знакомства. Второй знак рак. В феврале у раков появится покровитель, который приведет вас к улучшению финансового положения. Благодаря его помощи вы очень быстро сможете выйти на тот уровень дохода, о котором мечтали раньше. И третий знак. Все одолевающие вас тревоги отойдут в сторону, в феврале у них получится поймать дзен. Спокойствие и размеренность в делах поспособствуют принятию правильных решений, от которых будет зависеть материальное состояние. И это дело.